Ну что ж, с праздником нас с вами, первым официальным рабочим днем. Каникулы были прекрасны, согласитесь, но этот трудовой день выдался большинству из нас с вами тяжелым. Как быстро привести себя в форму, и психологическую, и физическую, об этом предлагаю поговорить сегодня в эфире «Другие новости». Зовут меня Иван Уваров, здравствуйте, и мы начинаем. Итак, согласно статистике, каждый пятый россиянин впал в постновогоднюю депрессию сегодня. Я говорю о тех, кто работает как белый человек, то есть в графике 5/2 с выходными в субботу и воскресенье. Новогодние каникулы отгремели, вернуться к работе, вернее, к ранее привычному ритму жизни нам сложно. Отсюда, собственно, и та самая депрессия, о которой пишут в интернете. Опрос проводили среди жителей крупных городов страны. Но депрессию постновогоднюю давайте пока отложим и поговорим о том, что было популярно у нас с вами в эти затяжные праздники. На первом месте прогулки на свежем воздухе, походы в парки, на центральной площади городов и катки. На втором месте кино и театры. На третьем, как бы это странно ни звучало, семейные и дружеские застолья. Ну и давайте сейчас немного поностальгируем о столь недалеком прошлом и вспомним, как Ярославль встретил новый 2019-й. Репортаж из самого сердца региона, Советской площади. Георгий Колчин героически отдал долг любимой работе в минувшую новогоднюю ночь. Смотрим. В самом центре Ярославля на Советской площади настоящее столпотворение. Сияющих лиц тысячи. Совсем маленькие и школьники разных возрастов. Молодежь. Проводить старый и встретить Новый год вышли и те, кому давно за 50. Многие подготовились. Захватили на Советскую не только праздничное настроение, но и костюмы. Кажется, вот-вот и в легкой дымке от петард и праздничных хлопушек случится то самое чудо, которого каждый ждет весь год. Новогоднему настроению добавляют красок сотни мерцающих огней и гирлянд. Главная площадь зимнего праздника великолепно украшена, но все внимание приковано к огромной елке. За несколько часов до Нового года стартует яркое новогоднее шоу «Мандариновое настроение». Его подготовили коллективы Ярославского концертно-зрелищного центра. Организован яркий флешмоб. Звучит песня, специально написанная к празднованию. Затем эстафету принимает популярная группа «Республика». Народ начал прибывать на Советскую еще утром. Все как один любители хоккея. На огромном катке поединок между любительскими командами. Не замерзнуть болельщикам помогали эмоции и согревал чай из огромного самовара. Поздравить жителей Ярославской области выходят первые лица региона и Ярославля. Губернатор Дмитрий Миронов и мэр Владимир Волков. Но обстановка неофициальная, скорее домашняя, по-семейному теплая. О тепле и счастье, быть вместе с близкими, говорил в своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин. С огромных мониторов звучат слова о волшебстве, чуде, а также о наших с вами возможностях сделать жизнь лучше. Для нас с вами, для наших детей. Гимн поет хором вся Советская площадь, а после тысячи мобильников снимают залпы грандиозного праздничного салюта, первого в 2019-м. Волшебная, яркая и громкая ночь пожеланий и надежд завершилась лишь под утро. На Советскую площадь всего вышло около 25 тысяч человек.
Ну а теперь пришло время нам с вами в память оставить лишь добрые, яркие воспоминания о праздниках новогодних и приводить себя в форму. Пришла пора. В первую очередь форму моральную, как спокойно и без особых психологических расстройств приступить к трудовым будням. Поговорим об этом с членом региональной ассоциации психологов-консультантов Тамарой Кутуковой. Она гость студии Первого Ярославского этим вечером. Тамара, я вас приветствую. Ну вообще давайте сразу разберемся. Существует ли у нас такое понятие, как постновогодняя депрессия, которую очень много сегодня пишут в интернете. Вообще такого понятия не существует, и впервые слышу его от вас. Скорее, наверное, речь должна идти об адаптации, да, потому что в праздники, в каникулы люди живут в одном режиме, и тут раз и резко наступает рабочий, ну не понедельник, вторник, тем не менее он резко наступает. Вот. И с этим как-то надо быть, как-то справляться. Как с этим справляться? Расскажите нам. Вот мы вышли сегодня на работу, я вам честно признаюсь, у меня тоже были длинные новогодние праздники, и как-то тяжеловато сегодняшний день дается. Как-то тяжеловато, да. Почему тяжеловато? Потому что мы спали в другом режиме, ели в другом режиме, мы стали медленнее, у нас меньше дел, и сейчас, опа, мы пришли, на нас все это сваливается. Соответственно, ну, в каких местах нам себя нужно поддержать? Нам нужно побольше спать, пораньше ложиться спать. Да, понимать, что работать вот так же резво и бодро, как мы привыкли, наверное, не получится, но в то же время, если мы проводили праздники более или менее в щадящем режиме, то, наверное, нам все-таки сейчас будет включиться как-то попроще, потому что силы мы накопили. Ну, то есть спать, есть достаточно здоровую пищу и, ну, не требовать от себя все-таки подвигов хотя бы в ближайшие несколько дней. Подвигов профессиональных. Профессиональных, да, потому что адаптация классическая – это где-то 3-4 дня. Поэтому, ну, вот 3-4 дня нам нужны сейчас. Я вот сегодня еще вычитал в интернете на всяких умных сайтах, уж не знаю, насколько они умные, сейчас вы мне либо подтвердите, либо опровергните это, что за длительные новогодние каникулы чаще всего портятся у нас взаимоотношения в семьях, в парах супружеских. Это правда или нет? Вы знаете, вот чаще всего не то, чтобы портится, а скорее вскрывается то, что было, ну так, смазано в нашими такими быстрыми буднями, да, когда мы видим друг друга вечером часа по два максимум, а тут опа, и целую неделю, 10 дней мы вот все дома вместе. Поэтому эти дни вскрывают какие-то проблемы, ну а дальше уже все зависит от того, как мы умеем эти проблемы разруливать. Но действительно, пики расставания часто приходятся на каникулы. Ну что, то есть, может быть, здесь и есть спасение, то, что мы вышли на работу, это можно воспринимать как спасение того, что мы от семейных проблем немножечко оторвемся? Скорее, как отсрочку. А, как отсрочку. Давайте вернемся немножко чуть выше к нашему с вами разговору. Вы говорили о том, что нужно там больше спать, приводить нормальный режим питания и прочее, прочее. Как долго нам нужно это делать и что при этом нужно себе говорить? Потому что на самом деле уже сложно как-то перестроиться. Мы привыкли, что завтра вроде бы так и никуда не надо. Как долго? Несколько дней, то есть не ждать от себя вот великих каких-то таких вот дел. Что говорить себе? Ну, знаете, Вань, есть ведь некоторые вещи, которые нужно просто брать и делать. И у нас тут, к сожалению, нет выбора, да? И да, мы понимаем, что сейчас мы психологически находимся в режиме скорее такой простуды, легкого насморка. И, ну, это надо учитывать. Но в то же время жить-то надо. Еще одна история интересная. Тоже сегодня об этом много читал. И многие пишут в социальных сетях, в первую очередь, что, ну, как правило, мы собираемся начать новую жизнь с чистого листа, там, с первого числа месяца, с Нового года, вот опять же. Вот те, кто собирался и все-таки не рискнул, да, хотя все возможности для этого есть. Что в этом случае делать? Как себя замотивировать? Знаете, вот вопрос, как себя замотивировать, на него ответил очень хорошо Артемий Лебедев, но я это говорить не буду. Кто хочет, тот найдет в интернете, что он по этому поводу думает. Я с ним согласна. Если у человека что-то не получается делать, то, наверное, это либо не сильно нужно, либо есть то, что ему важнее. И как-то здесь вот борьба потребностей возникает. Человек все равно выбирает самое лучшее и самое выгодное для него в данный момент. Каждый выбирает по себе. Спасибо вам большое. Ну, не знаю, вы меня замотивировали, какую-то вот надежду на светлое будущее, грядущие трудовые будни дали. Спасибо большое. Тамара Кутукова, член региональной ассоциации психологов-консультантов, была гостем студии Первого Ярославского. Ну, а мы с вами идем дальше.
Внутреннее состояние перевели в норму, пришло время заняться внешним видом. Перье Оливье во время новогодних каникул с ужасом думаете о том, что и лето не за горами. Опять же, немного статистики для вас. Большой приток посетителей спортивных залов приходится как раз на начало января. Не врет ли та самая статистика? Поговорим об этом с Александром Степановским, фитнес-тренером, онлайн-тренером и автором спортивного блога по мотивации. Он из столицы выходит на прямую связь со студией по скайпу. Александр, вечер добрый. Бегут ли люди в спортзал после бурного новогоднего отдыха? Я имею в виду новичков. Иван, здравствуй. Да, действительно, после новогодних праздников очень большой приток клиентов приходит в тренажерный зал. В основном это новички. Они хотят изменить свою жизнь. Они хотят начать Новый год с чистого листа. Кому-то абонемент дарит подарок. Кто-то, кто не может позволить себе зал, выбирает онлайн-тренировки. У меня сейчас очень большой приток клиентов после новогодних праздников. И многие из них с разных городов. Для них это очень удобно заниматься дома. Все хотят быть к пляжному сезону подтянутыми, красивыми, с прессом, супругой, попой. И поэтому я могу сказать, да, действительно, после новогодних праздников большой приток людей приходит в тренажерный зал. Александр, а как дела обстоят с теми, кто давно мечтал начать новую жизнь с наступлением Нового года, мечтал начать заниматься собой? Как себя замотивировать в этом случае? Да, Иван, это самый популярный вопрос. Сейчас я вам приведу самый простой пример из жизни, как себя замотивировать. Представьте человека, который очень сильно хочет туалет. Перед ним не возникает никаких преград. Так вот, давайте представим ситуацию. Вы лежите на кровати, завернувшись в одеяло, смотрите любимый фильм, и вдруг вам захотелось в туалет. Каким секретным приемом вы заставите себя действовать? А теперь давайте все отговорки, которые вы слышите в обычной жизни, либо говорите сами себе, перенесем на ситуацию с туалетом. Я описывался, потому что у меня не было сил, я не мотивирован, у меня депрессия, решил сходить завтра. Я уже описывался 5 раз, потому что не могу никак добежать. Она-то добежала, конечно, вон ноги у нее какие длинные. Смешно, не правда ли? А теперь попробуйте спроецировать эти ситуации на себя и посмотрите, как у вас все изменится. Александр, ну а с чего все-таки нужно начать? Может быть, рацион свой изменить для старта? В первую очередь я посоветую начать действовать. Вам нужно увеличить свою бытовую активность и немножко изменить образ жизни. Потом уже идет питание и тренировки. К сожалению, большинство людей неправильно воспринимает понятие диета. Диета равно голод, но это в корне неправильно. Сейчас я вам приведу самый простой пример, как высчитать свою суточную норму калорий. Вам нужно в течение 7 дней записывать все, что вы съедаете. Затем в любую программу по подсчету калорий вы заносите все эти продукты и получившуюся цифру делите на 7. Это и будет ваша суточная норма калорий. Далее нам нужно создать дефицит. Для этого мы из этой цифры вычитаем 10%. И так живем неделю. Через неделю мы смотрим за получившимися результатами. Если вес остался тот же, то мы добавляем еще 10%. Убираем 10%. Если вес ушел больше 1 килограмма, то мы немножко добавляем калорий, потому что нормальная скорость ухода веса от 500 грамм до килограмма. Эта схема поможет вам получить первые результаты. Да, Александр, спасибо вам большое за столь детальный рассказ. Александр Степановский, фитнес-тренер, онлайн-тренер и автор спортивного блога по мотивации, был на прямой связи со студией по скайпу из Москвы. Ну и на закусочку о вкусном, мы как раз о калориях. Внешнее и внутреннее приводим в точку камильфо. И теперь, ярые любители оливье и прочих вкусностей, пришло время задуматься над тем, что мы едим после новогодних разносолов. Диетолог, врач Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнева на прямой связи со студией по телефону. Татьяна, я вас приветствую, вы меня слышите? Да, здравствуйте, дорогие. Да, Татьяна, вас, во-первых, с прошедшими праздниками, ну а во-вторых, про калории от фитнес-инструктора мы сейчас уже все выяснили. Мне интересно вот что. Какие диеты, если вот прекрасная половина человечества в них сейчас чувствует необходимость, более продуктивны после новогодних праздников, да и нужны ли те самые диеты сейчас? Ну вот очень хороший вопрос, потому что диеты после такого стресса, который наблюдался у очень многих людей, как раз не нужны. Нужно просто вернуться к правильному питанию. А что это значит? Убрать лишний жир со стола, те же самые майонезные салаты и какие-то другие жирные продукты,
мясные деликатесы, в первую очередь, убрать большое количество соли, сахара, то есть начать питаться опять простыми продуктами, которые позволят немножечко разгрузить желудочно-кишечный тракт и снизить накопившийся вес. В первую очередь будет уходить лишняя вода. Ну и, конечно, на фоне такого питания необходимо достаточно пить воды, жидкости. Можно добавлять в воду лимончик, можно имбирный настой. И побольше двигаться, чтобы завести метаболизм, создать такой некий дефицит энергии в организме, чтобы тело использовало вот тот накопившийся жирок, те накопившиеся запасы, которые, в общем-то, создались у нас за время праздника. Все достаточно просто. Татьяна, можно я вас попрошу, уж пользуясь случаем, поделиться с телезрителями Первого Ярославска вашим любимым постновогодним рецептом? Вот что нужно сейчас, сегодня, например, на ужин нам съесть, подать к столу? Вы знаете, вот буквально хотела даже выкладывать одну из социальных сетей этот пост. Тарелочка с салатом, там листья салата айсберг, болгарский перец, сладкий огурчик свежий, несколько помидорин черри и тунец. Все, вот такой ужин. Полезный, правильный, здоровый, легкий. И в то же время в нем присутствует белок, присутствуют сложные углеводы. И это будет, в общем-то, таким хорошим, легким, правильным ужином для того, чтобы человек, ну, как бы в завершении рабочего дня и покушал, и в то же время не перегрузил свой организм. Татьяна, спасибо вам большое. Желаю вам приятного ужина. Еще раз с прошедшими праздниками. Диетолог, врач Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнева была на прямой связи со студией по телефону. Что ж, говорить долго не буду. Отправляюсь втягиваться в рабочие будни, чего и вам, собственно, желаю. На этом у меня все. С прошедшими праздниками вас и хорошего, продуктивного вечера вам.